Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И сегодня у нас вышло обновление, точнее, рождественский ивент, на который, к сожалению, я почему-то, ребята, не могу попасть. Видите, что пишет? Сервер недоступен, попробуйте позже. Я уже 3 часа долблюсь в закрытую дверь, и меня не пускают туда. Если кто-то из вас тоже не может попасть, то, пожалуйста, напишите об этом мне в комментариях, чтобы я знал, что я не один такой. Ребят, я уже и обновлял игру, и что только не делал. Нет, и вообще в последнее время какие-то странности происходят. Я, например, в Shadow Fight 3 целую неделю не мог зайти, потому что меня выбрасывало просто-напросто из игры. Только сегодня смог зайти. Ну что же, ладно, раз нас пока не пускают, может быть он еще недоступен, этот ивент, хотя время уже идет. Жаль, конечно, хотел я, ребята, ну, естественно, сегодня поиграть, посмотреть, что за ивент. Между прочим, там дают какого-то эксклюзивного персонажа. Хотелось бы мне очень сильно посмотреть на него. Ну, а мы тогда с вами отправляемся на лигу и... Ох, ничего себе, меня на 6-е место сбросили. И кто же это посмел, а? Перепечатников у нас на 4-м месте, но это явно не он. Ну что ж, давайте мы, наверное, с вами... будем отвоевывать наше местечко. Давайте-ка мы немножечко здесь подкорректируем. Хотя, что корректировать, вначале нам нужно посмотреть, с кем мы имеем дело. Начнем, наверное, с экзекутора. А ну, поехали, глянем, что он из себя представляет, этот экзекутор. Ага, тут огнеметчик. Воу-воу-воу-воу, сейчас всех зажарит. Ну, естественно. Понятно. Я все понял. Огнеметчик стоит на нижней линии, поэтому, естественно, я сделаю ход конем. Опачки, кстати, а что если мы сейчас с вами попробуем взять, знаете кого? Хо-хоу. Так, секунду, я могу ее взять сюда или нет? Куин, где наша Куин? Неужели нельзя? Да ну, хорош. Да, серьезно, ребята, Queen, к сожалению, взять нельзя. А я хотел поставить и посмотреть, что она будет делать. Она же может практически без перебоя бросать гранаты, но здесь этот вариант не прокатит. Хорошо, расстроили меня маленечко, ладно. Давай тогда сделаем вот так. Сюда мы поставим гренадира. Вот таким макаром. Так, экзекутор, ты готов к экзекуции? Ну-ка посмотрим. Бросили. Эй, да чтоб тебя. Давай-давай, расстреливай, рейнджер, давай, бомби его. Да ну, хорош. Ёпарасете, что за дела? Я на это не подписывался. Я еще разок буду. А знаете, что мы сделаем? Мы чуть-чуть по-другому. У нас гренадир должен находиться. Да не ты, родной мой. Гренадир должен находиться вот здесь. А знаете почему? Потому что огнеметчик, он почему-то немножечко смещается вот сюда. И, кстати, зачем нам столько тяжей? Давайте-ка мы с вами возьмем, наверное, побольше огнестрела, в конце-то концов. Например, вот снайпершу можно будет сюда вот поставить. И она будет неплохо, наверное, зажигать. Давайте проверим, прав я или нет. А ну-ка ся. Хопа. Ребята, изи катка, елки-палки. Вот все, что нужно было сделать. Просто небольшие манипуляции и все. Ловкость рук и никакого мошенничества. Так, экзекутора мы проехали. И вот мне охота, ребят, с Перепечаткиным поиграть. Давайте попробуем его немножко разложить, так сказать. Ага. Слушай, ну это старая команда. Ёпарасете. Что тут? Давай-давай-давай-давай. Вот. Рейнджер сила. Тем более после того, как я его прокачал. Ух, он сейчас отжигает по полной программе. Ну что же, Перепечатников у нас отдыхает. Мы с вами перемещаемся дальше. И, кстати, ребят, я с вами полностью согласен по поводу того, что юнитов добавляет. Это все хорошо. Но нам бы новые, как сказать, карты, новые миссии. Вот в этом весь блеск и шик этой игры. Согласитесь, да? Ну, да, мы убили босса, ну и что? Неужели на этом все? Мы убили босса инопланетного происхождения, который якобы приземлился, и люди начали все мутироваться. Но можно же придумать еще что-то. Сколько, я не знаю, игр с продолжением, и причем довольно неплохих. Здесь я тоже очень сильно хочу, как и вы, чтобы было продолжение этой игры. Миссий так соточку, и я вообще был бы просто рад.
У нас юнитов уже столько много, что можно под них такие миссии забабахать. Ай, вот жалко, я не знаю, вот разработчики русские, не русские, наверное, нет, скорее всего. Но если им написать пожелания, я думаю, что, наверное, писали им уже. Но ихнюю реакцию нам не узнать. Лучше бы они, конечно, сделали продолжение. Юнитов у нас уже и так хватает. Я раскачивать их всех просто запарюсь. Ну что же, мы переходим к следующему. Давайте начнем вот с Дурголи. Дурголи. Ну давай посмотрим, что это за Дурголи такой у нас. Что это за фрукт, пряник. Ага. Смотрите, ребята, у него кэп. Сейчас он даст ускорение на всех. И вот этот вот охламон сейчас разнесет. Ой, сейчас будет жесть. Смотрим. Смотрим. Ай-яй-яй-яй, как же у меня нелепо в данный момент слился рейнджер. Вы видели, да? Он слился из-за того, что взорвался гренадир. Точнее, гренадира они убили, он падает, взрывается. И сзади него стоял рейнджер и, соответственно, тоже отдуплился он. Поэтому нам надо с вами немножечко здесь подкорректировать. И сделаем, пожалуй, мы вот так. Там гренадир, да, он пойдет. Снайперша, а нужна ли нам снайперша? Слушай, а давай мы попробуем вместо снайперши здесь поставить... ха, а у меня не хватает на кэпа. Огнеметчика, что ли, брать? Блин, вот это вот подстава засады, я даже не знаю, как это назвать. Ну, полицейского сюда нет смысла ставить, его снайперша снесет практически сразу же. А как же нам тогда быть? Спасибо, ребят, за совет, чтобы я прокачивал свата. Возможно, да, он нам пригодится, но не сейчас, не в данный момент. А что, если я вот так вот поставлю, а? Давай проверим. Так, у нас битва, ребят, за топ-место, как-никак. Смотрим. Ага, ладно, хорошо, хорошо. Ну, рейнджер, давай, бомби. Ой, какой ты медленный. Все вроде бы хорошо, но медленный. Оу, да еще и отдуплился. Хм. Я не понял, это что, вы хотите сказать, что гренадир убил легкого солдата? Секунду, секунду, сейчас мы это дело исправим, должны исправить. Гренадира я отсюда уберу, потому что, я так понял, от него здесь толку вообще никакого нету. И поставим мы вот так. А ну-ка, рискнем, как говорится, здоровьем. Посмотрим, зачем я, правда, Соньку взял. Что-то, честно говоря, не пойму. Проверим. Оу! Ну, в принципе, так уже. А как? Я не понял, а кто убил мне, извините меня, Сони? Зашибись, стоял, главное, легкий солдат, да? Прикрывал, грубо говоря, своим телом. И взяли, Соньку снесли. Ладно. Не хочет он сдаваться, я так понимаю. Мы тогда будем с вами действовать по-другому. Так, там у него гренадир. А что, гренадир, в принципе, для нас не помеха. Он ничего такого сверхъестественного не делает. Вот так вот тогда с вами мы поступим. Даже вот так. Слушай, а может быть, рейнджер здесь не нужен нам, а? Попробуем еще разок. Посмотрим, что у нас получится из этого. Да елки-палки, да что ж ты. Сейчас. Ай-яй-яй, плохо. Рейнджер, сейчас убьют. Смотрите, гренадир сейчас взорвется. Ах, вот как. Да елки-палки, ты давай стреляй по этой. Ну вот, 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 красавчик. А то начал там зомбарей щелкать. Ну что же. Первое место мы отобрали, наверное, нет? Сейчас посмотрим. Нет, мы еще только на третьей позиции. Соответственно, Лоуд Руфиан. Лоуд Руфиан. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за Лоуд Руфиан такой. Тоже его попробуем разобрать. Так, тихо, 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 тихо. Что за... Нет, погоди-ка. Так не пойдет дело. Тут уже нам нужен гренадир, это однозначно, потому что что-то и тут слишком много, мне так показалось. Ну-ка, давай-ка мы изменим немножко пачку нашу. Вот так вот, если мы сделаем. И рейнджера
Мы поставим вот сюда. Слушай, там как-то начинается слишком шустрая возня. Вот так вот попробуем. Я, честно говоря, не особо запомнил, где кто как стоит. Давай проверим. Ну-ка. Так, понятно. Есть контакт. Ой, у меня... Ага, он еще и 15 уровня. Вот оно что. Так, теперь я понимаю, кажется, почему мы здесь с вами сливаемся. Уровень здесь очень много значит. Ладно, значит, у него рейнджер и автоматчик стоят на второй позиции, да? Значит, нам вот сюда надо поставить нашего гренадира. Здесь от рейнджера вообще никакого толку, я в этом убедился. И мы можем с вами, знаете, что сделать? Вот так вот поставить. Как вариант. Я, честно говоря, правда не уверен, что он прокатит. Но попытаться стоит. Нестандартно, конечно, мы с вами начинаем. Все. Все. Тихо, нифига, автоматчик там наяривает. Ну давай, 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 давай. Добиваем этого. Вот так вот. Прошли. Ну что же, тогда давайте-ка последнего охламончика с вами победим. И займем наше достойное место. Эдельхерг... Язык сломать, короче. Эдельхерг, короче, вот его как звать. Что ж, смотрим. Ну понятно, сейчас моему гварду крышка. Ты смотри, какой хитрый. Он практически как у меня, команда. Только у него еще автоматчик стоит сзади. Ладно, давай посмотрим, что получится из этого. Ага, ну... Блин. Автоматчик, успокойся. Так, легкий солдат. Давай, давай, давай. Да что ты каждого зомби идешь, блин, бьешь, а? Давай вот этого вот. Бум, все. Все, ребята, мы с вами доказали, что мы достойны первого места. Вся проблема — это удержать его, понимаете? Дойти-то мы дошли до него, а вот удержать — это да, это очень сложно. Что мы еще с вами можем замутить? Пустят, нет? Нет, сервер недоступен, попробуйте позже. Когда позже? Ума не приложу. Когда он будет доступен, тоже ума не приложу. Так, ребят, ну что же. Значит, вы говорите, что это все-таки гранатомет у нее, да, в руке? А не бита. А я, честно говоря, думал, что это бита. Хорошо. По крайней мере, она бьет этим гранатометом так же, как и битой. Вот это для меня немножко странно показалось. Блин, ну какой же там эксклюзивный юнит будет, а? Блин, я хочу получить его. Дайте мне, пожалуйста, пройти на ивент. Ну что за дела-то? Так, сколько у нас, ребята, ингредиентов? И сможем ли мы с вами что-нибудь скрафтить? Давайте-ка проверим, а? Создать. Ну да, у нас есть лекарство. Давайте мы сделаем с вами улучшенное. Так, фляжечка. У нас есть порох. На один раз нам хватит улучшиться. Так, получаем с вами клей. Что еще есть? Так, у нас там... О, у нас есть радио. Давайте мы это все в переработку с вами засунем. Так, из радио у нас получается шоколадка. После этого мы заходим в щетки, в зубные. И офигеть, вот так бы в жизни, да, ребят? Берешь три зубные щетки, бросаешь их в переработку. И вместо щеток ты получаешь порох. Чудесно просто. И также берешь 4 банки таблеток, бросаешь, ну чисто растираешь их в порошок, да, варишь, и у тебя получается вот микстура. Шикарно. Ну что же, у нас 3 шоколадки, соответственно, мы с вами сможем сделать что? Конечно же, газировку, ребят. Газировочка. И хлеба у нас откуда-то 3 взялось. Что-то я не видел, чтобы у нас было столько. Ой, деньги просто, ребят, как вода. Недавно было столько много денег у меня, и уже ничего почти не осталось. О, 3 пороха. Давайте сделаем себе клей. Это все нам обязательно пригодится. Так вот, я хотел сказать, ребят, у нас с вами фронт, как говорится, разделился на 2 половины. Многие хотят Кэрол, а также многие хотят, чтобы я качал агента. И вот кого мне качать, я даже не знаю, я весь растерялся, можно так сказать.
Почему Кэрол все хотят? Я, честно говоря, думал, что вы захотите, чтобы я прокачал Куин. Но нет, вы Кэрол или агенты. Ну что ж, давайте, наверное, мы начнем, скорее всего, с агентов. А знаете почему? Потому что, во-первых, их двое. Во-вторых, они с глушаками. То есть у них не слышно... Погоди-ка. У них не слышно выстрелов. И, соответственно, нам дает это преимущество на некоторых миссиях. Мы можем их расстреливать, да, и за нами... Не будет никто идти. Это хорошо, в принципе, это большой плюс. Вот. Ну, Кэрол тоже будем прокачивать. Но это все будет позже. Вначале мы раскачаем с вами агентов, потом Кэрол, потом уже доберемся и до Куин. Но это в том случае, если не подсунут нам какого-нибудь супер-пупер юнита, которого мы захотим прокачать быстрее. Так, что у нас тут? Убейте 120 любых зомби. Оу, это самое любимое задание для меня. Я, естественно, буду, знаете, что делать? Переходить вот сюда, на этот уровень. Так, все отлично, вот сюда вот. И как раз пофармлю сейчас немножко золота. Ну, естественно, протестю. А что тут тестить? Тут и так все нормально. Аустин сейчас будет всех расстреливать. Агентов нам нет смысла вызывать, потому что они здесь будут бомбить. А нам нужно зарабатывать, извините меня, голду. И уже когда появится значок атаки, мы будем с вами вызывать и Кэрол, и, конечно же, наших Марин. Ну, поехали. Сейчас будем чисто зарабатывать бабло. Это у нас миссия по фарму. Так, нет, Куин нет смысла вызывать. Вот единственное, что меня раздражает... Очень долго откат идет. Сейчас, скорее всего, могут добраться до моего Аустина, и он здесь долго не повоюет. Давай, 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 быстрее. Ну, ну, давай, деньги, все. Так, вызываю второго. Все, сейчас должно быть полегче. Сейчас они никого к себе не подпустят. И это очень хорошо. Ну, видите, деньги просто рекой потекли. 9 тысяч на данный момент у нас. Посмотрим, сколько... Оу, тихо, вот в ближнем бою, конечно... Тихо, тихо, это что такое? Я не понял. Что это за дела? Давай, родная, аптечку. Вот и все. Ну, пришлось так сделать на самом деле. Иначе бы они просто погибли бы. Так хотя бы будут хиляться. Так, давай еще одного Аустина вызовем. Забираем все эти призы. Все, будем здесь абсолютно подбирать с вами. Волна за волной. Ну, неплохо, да? 16-19 монет выпадает. Иногда 20-18. В общем, деньги текут. И это, ребята, если тратить нам весь бензин вот на эту миссию, мы можем с вами столько бабла получить. Короче, где-то 30 тысяч, как с куста, можно собрать, если потратить весь бензин. Так, ну давай расстреливаем, расстреливаем, дорогие мои. Чё так? Я, кстати, читал, что они вроде бы уменьшили выпадание золота, но я, правда, не помню где. В Элмарте, по-моему, это такой ивент у нас про супермаркет. Ну, я вижу, что и здесь что-то не особо так хорошо падает. А вот, ребята, и волна начинается, поэтому надо потихоньку вызывать бойцов невидимого фронта. Фига, Кэрол там передвигается, вы видели? Ха-ха-ха. Молниеносные атаки. Да уж, действительно, молниеносные. Так, ну что, пробиваем. Ну, что я могу сказать? Не особо так, конечно, хорошо мы... прошли этот уровень. Ну сколько? Ну 700 голды мы получили. Ладно, сгодится. Главное, что мы выполнили с вами задание. 120 зомбарей уж полюбаську мы здесь с вами завалили. Сейчас мы это с вами проверим. Да, мы выполнили это задание. Получаем с вами 315 голды в плюсе и еще 450 опыта. Это круто. И уже у нас 10 тысяч. Ну-ка, впустят, нет? Не знаю, ребят, с чем связано. Блин, драгоценное время тратится. Почему не впускает? Ну что же, а пока вроде бы и все. Наверное, можно, ребят, закругляться. Серия получилась немножко коротенькая, но я рассчитывал, на самом деле, вот на этот ивент. Думал, что сегодня мы здесь побегаем, побомбим, посмотрим.
ни разу еще не присутствовал на рождественских ивентах в этой игре. Вот хотелось посмотреть, да и вам показать. Ну, пока не судьба. Будем ждать, попробуем завтра, может быть, впустят и посмотрим тогда. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. The whole world.